Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу одну очень простую и эффектную прическу. Это будет такой высокий хвост. Кстати, многие меня уже видели на канале с такой прической и задавали массу вопросов, как это можно сделать. Нужна расческа, резинка и какие-то вот шпилечки, крабики и заколочки. Я вот набрала разные, абсолютно разные, что-то из этого может пригодиться. В общем-то, прическа спонтанная, поэтому будем делать как получится. Смотрите, с чего мы начинаем. Нужно расчесать волосы, чтобы они прям были отлично расчесаны, нигде не путались, и отделить часть волос. Сейчас покажу, как это сделать. То есть я беру вот так вот часть волос, сразу отделяем, ну допустим, вот такой пучок, и отсюда с этой стороны я тоже, пожалуй, заберу волосы, чтобы красиво они у меня ушли. Вот так вот сделаем. Смотрите, вот чтобы они мне сейчас не путались, не мешались, я возьму еще какой-нибудь, вот, например, крабик, и соберу их. То есть, смотрите, объем достаточно такой большой волос должен у вас быть. То есть отделили, вот так вот все красивенько. И сейчас из остальных волос я собираю хвост высокий. Просто поднимаю волосы, слежу, чтобы не было петухов. Петухи наши враги, они сразу создают неряшливость. Есть некоторые варианты причесок, где специально делают эффект неряшливости. Но сейчас я делаю, наоборот, такую аккуратную, красивую прическу, которая будет радовать. Собрала, проверяю рукой, чтобы везде было гладенько, везде. То есть вот он, обычный высокий хвост. У меня уже заготовлена резинка, и я этой резинкой собираю хвост. Цвет резинки абсолютно не имеет никакого значения, потому что ее не будет видно, но желательно, чтобы она была такая вот пышненькая. Во-первых, не будет сильно болеть голова с пышной резинкой, с такой вот. Во-вторых, будет больше объем. Я расцепляю оставшуюся часть волос. И смотрите, что я делаю. Я эту часть волос красивенько сейчас буду укладывать вокруг хвоста. То есть, смотрите, я их сразу и расчесываю, задавая направление вот в ту сторону, чтобы волосы сразу правильно у меня легли. То есть, вот я задала направление. Сейчас можно, кстати, будет взять мусс, пенку, да, что-то вот с чем зафиксировать, если есть необходимость. И вот здесь может быть масса вариантов. Во-первых, можно сделать какое-то плетение и увести в оборот. Я сейчас сделаю самый простой гладкий вариант. Смотрите, я поднимаю волосы и оборачиваю вокруг хвоста. Вот тут видите, чтобы не топорщилось, именно вот про это я говорила, чтобы надо уложить. И на этом этапе, еще не обернув, я начинаю делать укладку. То есть можно чуть приспустить волосы, чтобы они пошли волной. Вот тут как бы оборачивая голову аккуратно. И теперь то, что у меня осталось с этой стороны, я обматываю вокруг резинки. Так, чуть-чуть резинку высоковато сделала. Обматываю аккуратненько, хвостик прячу, и для этого у меня в кармане лежат шпильки, маленький крабик, да, то есть все что угодно вы можете спрятать под хвостик. Например, я взяла маленький крабик и им зацепила этот маленький хвостик, чтобы он не болтыхался. Расправляю хвост, и вот тут еще нужно такое зеркало бокового вида, чтобы посмотреть, красиво лежат волосы. Но я не взяла зеркало, я так по ощущениям чувствую, что мне кажется, должно быть аккуратно все. То есть вот такой вариант прически. Если кончики хвоста, вот как у меня сейчас, немного топорщатся,
Рекомендую сыворотку серия Hair X от Oriflame. Она специальная, разглаживающая. Я беру буквально одну каплю сыворотки. Аккуратненько ее согреваю на кончиках пальчиков. Много не надо, она очень концентрирована. И аккуратненько снимаю на кончики хвоста, как бы выглаживая хвостик. Она сейчас впитается. Есть вот ощущение немножечко, как будто влажные волосы. Она очень быстро впитается. Волосы останутся просто гладкими. Можно также еще расчесочкой разгладить. Вот. Чуть-чуть топорщится после того, как они у меня в косу были собраны. Получился вот такой красивый хвост. Если волосы длинные, можно сюда разделить. Можно сюда, можно просто назад вот так кинуть. И получается вот такая вот красота. Как вам причесочка? Есть еще варианты причесок. Если интересно, я могу показать, как, в общем-то, с этой же базы, с этой основой сделать еще одну эффектную прическу. Пишите в комментариях. Если будут запросы, обязательно запишем такой ролик. Ну и отзыв по этой прическе. Сделайте, попробуйте и напишите мне, как у вас получилось. Хорошо? До встречи. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.